удобная форма для обеих рук. Сегодня познакомимся с Oculic 225M. В комплекте с мышкой, документация и больше ничего. Внешний вид. Своей формой устройство напоминает игровые мышки. Характерный горб, каналы для пальцев на основных кнопках и текстурированная поверхность на бортах. Форма симметричная, а значит подойдет как левшам, так и правшам. Но к весу в 57 грамм придется привыкать. Уж больно она легкая. Поговорим о клавишах. На мышке нет дополнительных кнопок, только LKM и PKM. На колесико нажимать нельзя. Ресурс переключателей — 3 миллиона нажатий, чего вполне хватит на несколько лет использования. Перейдем к проводу. Оплетки нет, как и защита от перегиба. Длина небольшая, 1,3 метра. На конце стандартный USB-коннектор. Движение отслеживает оптический сенсор на 1200 dpi. Если очень хочется, то можно и в игры поиграть. Но учтите, что 4 маленькие ножки плохо скользят по столу. Для игр явно нужен коврик. Подведем итог. Это максимально простая мышь без подсветки, необычных линий и прочего баловства. Простой здесь и сенсор, так что для соревновательных игр лучше посмотреть более дорогие варианты. А вот для домашнего или офисного использования такой грызун вполне подходит. С ним подружится как правша, так и левша.